Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. И сегодня мы вяжем одежку для наших любимчиков. Этим способом вы можете связать одежку и для собаки, и для кота. Всего вот такие вот две детали. Как рассчитать на размер вашего питомца, я вам сейчас объясню. Я не буду останавливаться на нитках, я буду только говорить о расчетах, о системе. Этот расчет подойдет для ниток, любых ниток, любых. Получилась у меня не собачка, а дракончик. Мы, девчонки, меряем, берем одну мерку. Вот так вот, от основания хвоста до чуть длиннее шейки. Не до основания, а чуть повыше, чтобы была горловинка. У меня 45 сантиметров. То есть мы вяжем деталь. Вот такой вот прямоугольник. Первая деталь. Длиной 45 сантиметров. И ширина, девчонки. Меряем обхват груди в самом широком месте. У меня это 48 сантиметров. Обхват груди 48 сантиметров. И длина 45 сантиметров. Длина у нас так и остается 45 сантиметров. Ширина. Возьмем образно, это наша первая мерка, это вторая мерка. Ширина 3/4 от второй мерки. От вот этого, от 48 в моем случае. То есть это 36 сантиметров. Вычисляем по видео, как вы вычислите количество петель по плотности вязания. Вычисляем на 36 сантиметров, сколько нам нужно набрать петель. То есть это 3/4 от всего вот этого количества. 36 сантиметров. Вот она, наша деталь. 36 на 45 сантиметров. Первая деталь. Вот она. Так, каким узором вяжем? Сначала вяжем резинку. Тут уже произвольно, девчонки. У меня 7 сантиметров резинка 1/1. Далее пышная патентная резинка. Вот она тут такая фактурная. И заканчивая 6 сантиметров резинкой 1/1. Вот, кстати, еще покажу на другую собачку поменьше. Это уже готовый как бы свитерочек. Вот такой вот прямоугольник я связала. Далее второй прямоугольник. Вот такой вот он, такой формы. Сначала ширина у нас этого прямоугольника 1/4 от второй мерки, от 48. Это 12 сантиметров. То есть вот это число и вот это число в сумме у нас составляет 48 сантиметров. Да? То есть мы вернулись в наш объем 48 сантиметров. Здесь у нас 12. И в длину мы вяжем вот эта вот часть у нас 2/3 от вот этой мерки. 45 сантиметров. Это у нас сколько? 30 сантиметров. Вот здесь вот у нас 30 сантиметров. Потому что вот эта нижняя часть у нас должна доходить примерно вот сюда. Чтобы наш зверешек, наш любимчик мог сходить в туалет. Вот 30 сантиметров. Далее, девчонки, мы берем, складываем. Это все дело лицевыми сторонами вовнутрь. А, закрываем петли по узору лицевыми и изнаночными. Где у нас лицевая, закрываем лицевым, где изнаночная, закрываем изнаночной. Так, и сшиваем для начала. Вот, смотрите, теперь склад. Ой, лицевыми обязательно. Такая буклированная часть, сторона, это более буклированная в этом узоре, это лицевая. Вот, я складываю вот так вот. Видите? И сшиваю, но сшиваю вот так вот, часть здесь и часть здесь, вот так вот по частям. Вот, смотрите, сшила я, да, и оставила отверстие на ножке.
Место расположения этих отверстий вы меряете по своему псу, по своей собачке или по своему котенку, потому что оно может быть разное, то есть расположение этих дырочек. Далее, вот здесь я вот продела резинку, чтобы у горлышка было все плотненько. Вот и все, девчонки. Вот такой вот свитерочек у меня получился, очень простой. Так вот он выглядит. Вот выглядит этот свитерочек в готовом виде. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Вот еще один другого размера, видите? С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.